Всем привет, с вами канал CryptoLords. Мы продолжаем разбор проекта HoneyPod. Сам проект очень интересный. Его главная задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасное соединение наших устройств с сетью интернет. Универсальность данного проекта состоит в том, что HoneyPod представляет собой небольшое устройство, которое подсоединяется к нашему домашнему роутеру и контролирует весь поступающий поток информации через себя, при этом отсеивая вредоносные приложения, различного рода вирусные данные, спам, рекламу и другую чепуху, которая может негативно отразиться на работе наших устройств. Таким образом, HoneyPod не только безопасно контролирует все подключения к сети, но и ускоряет процессы связи, увеличивая скорость передачи данных как минимум в 2 раза. Особенности проекта. Главное... Особенность HoneyPod состоит в том, что это удобный и портативный интеллектуальный блок, который имеет размер не больше вашей ладони, благодаря чему это делает его удобным в использовании и компактным в помещении. При этом HoneyPod невозможно как-то обнаружить, подвергнуть взлому или какой-либо блокировке извне, что делает его еще более надежным и эффективным в использовании. Однако сами разработчики утверждают, что HoneyPod похож больше на пропускное аутентификаторное устройство, которое не только проверяет, но и защищает ваше мобильное устройство от различных систем отслеживания, рекламного спама и подключения каких-то третьих лиц. Для обеспечения же максимальной безопасности HoneyPod использует современную технологию блокчейн, которая помогает решить различные нюансы работы устройства на всех этапах проверки его сети. Работает все это элементарно просто. Для наглядности предлагаю взглянуть на следующую иллюстрацию, которую я оставлю в описании. HoneyPod блокирует вредоносные данные сразу, не отправляя их вам напрямую, а уж потом подвергая их блокировке. Как видите, иллюстрация на вашем экране, здесь вы можете видеть, как идет запрос с девайса, дальше идут риндексы и соответствующая блокировка. Путь довольно сложный для сомнительных файлов, сомнительных приложений, вирусных файлов, троянов, файлов, которые хотят зарутировать вашу систему, руткитов, различного малвара и так далее. Также будет имплементирована система. Интегрирована VPN-система, вы сможете получать крипто-заработки через систему HoneyPod, если вы когда будете ей пользоваться. Будет блокировка рекламы, крайне простая в установке, подходит для любых девайсов. Быстрейший интернет за счет того, что 40% будет просто уничтожаться и не пропускаться. Полный мониторинг всех данных, а также... Patient Pending, так называемая разработка HoneyPod, завязанная на персональной информации. Что ж, друзья, на этом второй видеообзор подошло к концу. В следующем видео мы поговорим уже о преимуществах проекта. Благодарю вас за внимание, друзья, и до скорых встреч на канале.